тебя есть 10 секунд, чтобы сказать, кто ты, пока я не подорвал взрывчатку под столом, и вся эта колупа не разлетелась, то кусать тебя! Боже! Вряд ли. 5 секунд. Джейсон Броди. Братом? Да. Так ты Белоснежка? Да, или нет? Какой ответ меня взорвет? Прагматик. Обнадеживает. Но считаешь ли ты себя патриотом, Броди? Видишь ли, настоящий патриот не тот, кто отдает салют флагу, держа в руке хот-дог перед матчем. Это, простите, лажа полнейшая. Настоящий патриот вскормлен Леди Свободой. Узнав о гибели брата на войне, настоящий патриот спросит, мы победили? И возрадуется вести о победе. Ты настоящий патриот? Или один из тех хиппи, что распускают нюни, когда в магазине кончились носовые платки? Настоящий патриот. Точку. То, что я хотел услышать. Кстати, у вас и твой друг Оливер Карсвилл, а я подбираю Киту Рэмзи. Зачем вы их ищете? Моя работа знать все об этом острове. Я могу тебе помочь, но не просто так. Я разыскиваю кое-что. Услуга за услугу. Окей. Джейсон. Кто ты? Шпион? Не скажу ни да, ни нет. Ладно, шучу. Я работаю на Лэнгли, агент Уиллис Хантли. Мне нужно отправить весточку домой. Не выйдет. Я на нелегальном положении, прямого контакта с управлением нет. Значит, ты тут один? Нет, ты шутишь? У меня группа. Они в поле, но скоро вернутся. Снимки, которые они прислали, навели конкретный шорох. Всего сказать не могу, но, поверь, дело крупное. Ну, круто. Но мне нужно больше данных от источников. Фламменверфер. Огнемет. Эту красоту изобрели во Фрисленде. Хойт Фолкер. Босс твоего доброго друга Васа. Еще он заправляет крупнейшей шайкой работорговцев в южной части Тихого океана. И к тому же выращивает наркоту. Если поджечь его поля и лодку, он живо примчится на остров. Я получу, что мне нужно, и мы узнаем кое-что о твоих друзьях. Капишь? Нет, итальянские приколы получаются только у итальянцев. Как сусальное золото. Понимаешь, да? В общем, держи ствол. Ух ты. Спасибо. Приятно слышать. И не забудь про лодку. Да, понял. Я тебе доверяю насчет Хойта. Я буду подыгрывать, пока это помогает мне найти друзей. Может, Дэнни знает что-то о Хойте? Эй, Деннис! Джейсон, что нашел? Видение указало мне на человека в белом. Кажется, он шпион вроде. Странно. Я никогда не слышал о нем. Он рассказал мне о боссе Васа. Хойте. Хойт Волкер. Берегись его, Джейсон. Ты думаешь, Вас чокнутый? Но все зло на острове идет от Хойта. Он отнял у Васа его разум. Это он, кукловод. Ух ты. Ладно, поберегусь. Испробую огнемет. Охуеть, как круто! Да, мне нравится! Одно есть, осталось 3. Круто! Это уже 3-е! Как же офигенно! Вот и 4-е пошло. 5-й номер отжег на совесть. Теперь взорвем Катя! Одно есть. Все, пора валить.